одной стороны, если говорить о законности, то на сегодняшний день собственники частного сектора поступают неправильно. Коль сказано, что нельзя завозить, или кооператор не будет занимать этот объем, тогда какая необходимость вносить на улицу и вывозить на кафельные площадки, организовать стационарный склад? Почему я говорю? С одной стороны, как бы закон говорит, не надо вывозить, но с другой стороны, я где-то, может быть, лет 5 тому назад сами попросили частный сектор, чтобы они все выносили, чтобы исключить возможность поджигания или горения ветры и лесов, потому что он не только экологии приносит нехорошие дела, но и дышать невозможно. Тем самым нам как удалось тогда, вот 3-4 года, мы плотно вывозили, вывозили, вывозили. А сейчас получается о том, что те кооператоры не вывозят, потому что ссылается на закон, этого делать нельзя. С нашей стороны, вообще, может быть, я будет какая-то критика, мы на сегодняшний день не готовы вывозить сами эту массу. Почему? Потому что все организации работают согласно муниципальным заказам. Бюджет предусмотрен. Был в начале года, и мы, как бы, весь бюджет и расход как бы запланировали на другие объекты. Но тем не менее, понимая о том, что в мае месяце эта проблема существует, нам в мае-июне все-таки мы одна, как бы, подчеркнула хитро вывезли. Потом, где-то июле месяце, но, к большому сожалению, сейчас у нас август-сентябрь, это самый массовый, как бы, объем, потому что люди сейчас выносят ветки, люди сейчас выносят растительность, и мы просто не успеваем своевременно эту всю работу возить. Мало того, что мы не успеваем, мы сейчас делали анализ, то, что условно сегодня контейнер площадки машина вывезла, в следующий день образуется еще больше куча мусора. Такое впечатление, как будто, зная, что проблема существует, за один день надо все вынести за два года, и для того, чтобы уже органы местного самоуправления занимались этим вопросом. Поэтому-то однозначно мы со своей стороны даже планируем на следующий год заложить в бюджете деньги на такой вид деятельности. И у нас стоит задача перед нами в этом году привести порядок. Но могу я ошибиться, все-таки, на мой взгляд, что на сегодняшний день в органах самоуправления нет правового поля. Но тем не менее, эту работу нужно выполнять.